Здравствуйте! Сегодня на обзоре фонарь Powerbank от MTAG. Довольно компактный и легкий световой прибор, исполненный в форме газовой колбы. Но по факту мы получили многофункциональный фонарь, да еще и с функцией Powerbank, что крайне важно, начиная от похода, рыбалки или охоты и заканчивая использованием в условиях полигона. Фонарь получил влагозащищенный корпус в расцветке военная олива. При этом сам плафон исполнен из прочного поликарбоната. Сюда же можно отнести универсальную систему креплений. Во-первых, по низу платформа имеет литые ребра, а ниже ножки, благодаря которым светильник будет надежно стоять на любой горизонтальной поверхности. Вверху фонарь оснастили прочным карабином, который может крепить светильник на снаряжение как внешний обвес, можно подцепить на ветку дерева или же подвешивать в палатке как основной источник света. Управление простое и понятное, расположенное в верхней крепежной шайбе, благодаря которой можно активировать электропитание и переключать светильник между несколькими режимами. Первый – это белый мягкий свет, который не будет раздражать глаза даже после многочасового освещения. Второй режим похож на пламя горящей свечи. Этот фоновый свет может гореть всю ночь, не мешая спать, но в случае необходимости его достаточно, чтобы сориентироваться в палатке или найти выход из комнаты, при этом не разбудив своих товарищей. Третий режим состоит из нескольких цветов и может подойти в роли маяка, а также разбавить скучную вечеринку на природе. Все это достигается благодаря 15 встроенным светодиодам и мощному литий-ионному аккумулятору общей емкостью 4000 мАч. На одной из боковин под влагозащитной заглушкой живут два зарядных порта. Первый – это микро-USB на вход, второй – USB на выход, который сможет подзарядить любой сторонний гаджет на 5 вольтах в 1,5 ампера. С обратной стороны имеем световой индикатор уровня заряда аккумулятора при активации функции Powerbank. Он же сопровождает процесс зарядки самого фонаря. Кто хочет знать больше про фонарь, все ссылки под этим видео. Подписывайтесь на наши группы в соцсетях. Всего доброго, до свидания, до скорых встреч!